в Смоленской области. Сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД России по Смоленской области была пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Злоумышленники, используя реквизиты и расчетные счета компании «Однодневок», занимались кассовым обслуживанием, обналичиванием денег и иными финансовыми операциями. Во взаимодействии с сотрудниками регионального управления Федеральной налоговой службы, сотрудниками полиции установлен размер дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, сумма которого составила около 63 миллионов рублей. Оперативниками были изъяты компьютерная техника, банковские карты, ключи доступа к расчетным счетам, чековые книжки, документация, подтверждающая совершение фиктивных финансовых операций, печати и штампы различных организаций, а также денежные средства. Следователями УМВД России по Смоленской области было возбуждено уголовное дело. В результате операции, которая была проведена при участии Росгвардии, задержаны четверо мужчин и три женщины в возрасте от 26 до 39 лет. В настоящее время в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование этого уголовного дела продолжается.